Я нахожусь на Аляске. Здесь вокруг участка буквой П идет газовая труба. И этот участок я не смог приватизировать, но администрация разрешила пользоваться бесплатно. Здесь я посадил яблони, по-моему, 4 штуки. Из них выжило 2. Вот это московская зимняя. Смотрите, какое красивое яблоко. Вот мой кулак параллельно яблоку. В этом году я поливал каждый день. Сегодня раствором Распопова добавил, ведерочка маленькая, двухлитровая. Сейчас полью. Яблоки очень ароматные. Я уже попробовал. Вот. Так. И там еще 2. Осталось 5. Вот такие яблоки. Вот такие яблоки. Я думаю, года через 2 буду собирать несколько ведер. Я посадил зимние яблоки для того, чтобы зимой пользоваться и пить свежевыжатые соки. Желаю всем посадить свой сад.